просили рассказать про малыша Алисы с ампутированной лапой. Собственно говоря, он со стравмой лапы пришел к населенному пункту, Массантели, поселок мне там поправит девушка, которая его нашла. Вот, и приходил там подкармливаться, ну, чтобы, соответственно, с ним ничего плохого не случилось, его решили отловить и посмотреть, что с ним. Оказалось, что у него перелом лапы, перелом старый, перелом плохой. Лапа, мало того, что не функционирует, она еще подвернута, то есть как бы высок риск травматизации этой болтающейся лапы, поэтому было решено ее ампутировать. Плюс, кроме того, что у него нет лапы, у него еще на передней вот одной правой, получается, пальчиков нет. Вот, лапку мы ему ампутировали, соответственно. У него такая ровненькая культя. Пока он сидит в маленькой клеточке, чтобы он никуда не скакал. Потом пойдет в вольер, ну вот, соответственно, к неопускным лисам. Жить. Я думаю, что не должно у него быть проблем. Он, в общем-то, хороший, спокойный, такой славный мальчик. Да, малыш? Да, так что можно ему куратора подыскивать. Если кто-то захочет взять на себя опеку финансовую над этим малышом, то пишите. Да, сладкий мой? Да, сладкий мой. Скоро уже, скоро. Сейчас, главное, чтобы там что-то вы зажили, потому что сейчас его сажать в вольер, там другие лисы и все остальное, все это чревато. Ну, пускай немножко восстановится. Да, сиди. Да, Миш, контроль. Для этого теплее все-таки в помещении. Хоть и не отапливаю, но все равно тепло. Ладно, приехала сено. Здесь и там. Вот сейчас будем орлом, мишкам определять и всем остальным. Так, вот такая у нас получилась барсучатня. Где-то там барсук. Барсук свою норку утрамбовывает. О, смотрите. Вот так говорит. Да. Да. Сама. Верит. Сами. Все она умеет носить. Это прям, о, классно будет. Это сама вполне в состоянии сама отремонтировать. Ну, не затащит, а потом как-то пихну. Но в целом им больше нравится, когда они сами могут строить что-то. И укомплектовывать. Ой. Ручки-то загребущие, загребущие ручки-то, да? Вот так. Для того, чтобы помочь нашему центру работать и существовать в такое непростое стабильное время. У нас подключены сейчас возможности ежемесячных списаний, поэтому если у вас есть желание, возможность поддержать работу организации, то под видео будет ссылочка. Там можно пройти и подключить рекуррентные платежи. Не обязательно делать их там большие, у нас совсем небольшой какой-то платеж, но ежемесячные, чтобы мы просто понимали, что вы с нами не могли, исходя из этого, формировать бюджет. Строить вольеры, принимать животных, вот это вот все. Барс учится. Это сено такое более соломистое, но лучше то, которое не до этого лежало. Это лежало более травяное. Оно утрамбовывается сильнее. А это вот такое вот хорошую подушку создает. Деловая, не могу. Сразу занимать стройкой. Я не трогаю тебя, нет. Я так. Не отвлекайся, не отвлекайся. Работай, работай, не отвлекайся.
Че? Да, дри-дри. Ты дри-дри так не умеешь там. Хотя, может, попробовать и тоже положить просто. Может, ты научишься. Все. И дверь заткнуть. Вот. Вот так вот. Все. Правильно, чтобы не поддувало. Ну, она еще будет выходить, она спать, пока не собирается. Думаю, что еще будет ходить и есть, все еще будет делать. И моя сладкая собака на сене. Надо же сюда поучаствовать, но тут холодно и будки нет. И Пуша вот так, сиротинушка. Он уже полурона растащили, а медведя еще даже не нашли. Ой, может, даже придется переть.